Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре новый онлайн-шутер от разработчика EO Gamers. От этого, ребят, разработчика имеются довольно-таки несколько популярных проектов, такие как Zig Zombie в городе выживания и Zig, ребята, выжившие. Ну и вот, ребята, выходит такой вот новый онлайн-шутер, где сейчас, ребята, будем мочкалить сверху. Да, сейчас, ну, я вам объясню более подробно. Так, здесь у нас как бы главная менюшка, настройки, короче, обучение здесь, достижения. Давайте я сразу нажму «Игра». Здесь имеются пока что три режима, да. Первый — это, ребята, просто, где мы уничтожаем всех. Второй — это как бы, где можно убить и больше. И что у нас еще? И, короче, захват флага. Создай свою комнату, играй с друзьями. И еще, ребята, несколько режимов, которые сейчас в разработке. Ну что, я думаю, поиграем просто во втором, ребята, режиме, где мы сейчас будем просто тупо мочкарить всех. Здесь очень, ребята, крутая тренировка, где я реально насладился всеми элементами игры, пострелял со всех, в принципе, оружия, так сказать, и полностью меня, ребята, обучили, как здесь вообще играть. И поэтому я сейчас уже буду рубиться. Опаня, опаня. Опаня, так. Так, о, я убил, я, да ну нафиг, я кого-то там убил, ничего себе, о, какой ты большой, это у него типа защита или что? Ну, сейчас я тебя угандошу нафиг, или нет, не угандошу, ребята, я не знаю сейчас, у кого могу угандашивать, но здесь прикольненькая графика, и сам геймплей довольно-таки очень крутой, поэтому обязательно, ребята, скачивайте по ссылке в описании, но прежде чем скачать, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну что, сейчас я, в принципе, надулся нахрен и взорвался, да, блин, но сейчас нужно что-то сделать и хотя бы выйти на первое место, наша сейчас, ребята, задача. Так, сейчас бы какое-нибудь крутое оружие бы нам, а? Ну нет, здесь сейчас мы опять убиваем, точнее, мы умираем. Так хочу ведь убить, что аж запутываюсь в своих словах. О, блин. Ну, у меня есть граната. Сейчас я все-таки использую гранату. Так, вот, во, граната. На, нафиг, ё. Да ё-моё, что за херня? Какие вы нахрен здесь шустрые все? Они, конечно, ребята, все понабирали крутых уже оружия. Я только выйти не могу, как меня уже здесь убивают. Потому что у меня стандартное, самое херовое оружие, которое дает сейчас на стандарте, в принципе. Даже там тренировки говорят, что это вообще плохое сейчас оружие. Ищите, в принципе, какое-нибудь хорошее. Так... Я вроде там убил, но почему-то не засчитался, или что? Или я не убил опять? Что же за херня? Ну да. Здесь все... Так. Ну, ребята, нам нужно хоть еще одного убить. Но это вообще какой-то трешак происходит. Блин, вообще половину еще не убили нафиг вообще. Давай. Очень трудно попасть. Да. Реально, это не отмазка, это реально. Очень трудно попасть. Это не... С первого раза не все так получится. Потому что если играть довольно-таки... долго, то я думаю, можно, в принципе, учиться, так сказать, натренироваться и уже как прози срубиться. Так как я чисто снимаю ее сейчас на обзоре, да, и мне очень трудно, в принципе, сейчас играть в эту игрушку, пока привыкнешь к этому управлению, ребята, ну, я думаю, вы меня поняли. Так, ну что-то... Так, убивай, давай, есть, мы убили его, да ну нафиг. Вот живой фраг, который меня постоянно угандашивает. Здесь, ребята, команда, короче. Я думаю, давайте сейчас, как только убьем еще одного, я думаю, завершим, ребята, наш обзор этой прикольной игры, новой, которая вышла совсем недавно от хорошего, ребята, разработчика. О, я убил еще одного. В общем, давайте, ребята, прощаться. Это все, и всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока.